Насколько опасны будут для вас эти тесты? Иди шар возьми, скотина. Или куб. Ой, блядь! Сюда встал, лови. Ты что, Илья говоришь? За твоей спиной куб летит? Во! Ты или я, блядь, он вообще не шарит. Давай. Понятно, сам не знает, что сделает. Ты со мной лететь должен. Ага. Подожди, одновременно давай. Ты где? Давай. Да ты сука. Тупой Паскаль. Встань! Ну давай, давай. На счет три. Встань. Да блин, тайминг. Давай, прыгай, 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 давай. Вот и москаль. Теперь смотри. Москаль. Ставь Лукаса. Ну. А теперь я убираю эту херню, и ты не спадаешь. Зачем? Ну давай. Сука, ну так, подожди. Не, мой не снимай. Угу. А хотя... Ну сейчас посмотрим. Туда иди! Ааа, не надо! Угу. И что я тут забыл? Вот здесь вообще ничего... А, здесь только один портал можно поставить. Вот тут поставь. И вот там. Ага. Просто развели. Вы сами идете к ней в руки. Точнее, идете прямо в кислоту. Но вы же понимаете, что я имею в виду. Перефапай мне мост туда. Ты тупой, я не Вот, все. Смотри, по идее я тебе должен тогда ставить. Вот, mm-hmm. Ну, убери куб на время. Мы что-то упадем? Я упаду сюда. Ты потом поставишь обратно его. Давай. Mm-hmm. Теперь опять наверх поднимайся. Ну. И иди дальше. Вот это уже поинтереснее. А теперь стой, 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 стой. Вот я прохожу, что? Я давай я пройду, а ты стоишь. Мост да. Вон там был. А поставить его где? Пиздец. А, вот все. Там что-то еще, кстати, внизу. Нет. Там больше ничего нет. Так все легко. Бля. А, я тоже не достаю туда вообще никак. Подожди. Что там активировалось и деактивировалось? Не знаю. Это я прыгаю. А, это я на Е нажимаю. Ты слышишь этот звук? Да. Я не случайно. Ой, бля! Мы должны победить врага. Мы здесь не для того, чтобы слушать, как вы с шипением плавитесь в кислоте. Тут ничего нет. Совсем ничего. Я не умею пользоваться... Блядь. Точнее, я не могу пролезть. Куб лови. Да я что делаю? О, взял. Он сдох. Давай новый. Начинай. Брюс 3, начинай.
Точнее, я не могу пролезть. Раз, два. Попасть. Ну что же это? Такое. Давай, ставь. Блин, за проблема. Ставь пирталы. Ага. А дальше? Ой, ты, сука, умный. Да вниз прыгни и поставь. А, тьфу, не прыгнешь. Ой. Не умею. Боже. Да ты, блядь! Ой, я выжил. Так на хера, да его убрать? А, я ж прошел через эту, блядь. Ну ты крутой. Погоди, а из нас кто-то вообще этот мост держит или нет? Ты держишь. То есть если я сейчас пройду, мосту конец, да? Погоди, да, ничего не делаю. Стой! Иди сюда. Ты, блядь, иди сюда. А, тебя вниз спустить или что ты хочешь? Погоди, я держу мост или ты? Ты. Я. Да. Тогда я иду тут. Нет. Ну, давай, иди. Да-да-да-да-да, иди туда. Поставь там портал один. Вон, там. Смотри, смотри. А, все, я спустился. Я тебе сейчас Rus Game Tactics покажу, да. Давай, убирай куб. Сейчас. И ты ко я мне. Я не умею попасть. Да. Куб убери, ты. Зачем? Живот... А, животное. Тебе надо запрыгнуть? Да. Подожди, да подожди. Ой. Ты. Ой, сейчас. Раз, давай. Два, три. Точнее, не могу пролезть. Попасть нужно. Стой. Задание выполнено. Теперь она знает, что мы ее тоже не боимся. Это была небольшая тренировка в планировании. Вот настоящий план. Я превращу вас в машину для убийства. О боже. И вы сможете убить ее. А, нельзя убивать в этой игре. Да. Игра про пацифистов. Себя можно. Для пацифистов? Ну да. Хотя смотри, тут роботы турелей убивают. Если ты турели разобьешь, ты не убийство. Не-не, он последний или предпоследний? Как да, сделать предпоследний. Из лентяя машину для убийства? Страница 70. Ага, какой у тебя вес, испытуемый? 70 кило. У меня, да. Таких больших куч человеческих отходов не бывает. Он тут прикол. Стоп, бессмыслица какая-то. Средний вес кучи человеческих отходов составляет 90 килограммов. Это я знаю совершенно точно. Испытуемый, мне сообщили, что ваша мать... Зайди сюда. Минус стоп, мать! Какая радость. Ты слышал, она сказала сейчас минус мать? А я пока почитаю. Ага. Что ты хочешь? Нет, ты там не сможешь вытащить. Турели. Ставь один туда, портал. И сейчас будем думать, куда ставить еще один. Что это такое? Это лифт. Да? Я и не знал. Могу вот сюда поставить. Поставь сюда. О, а теперь убери. Поставь куда-то другое место. И там лазер выруби. Вон. Мой портал, короче. Сука. А! А, успей со мной. Это, блядь, ну как? Ну что, вырубишь? Блядь, ты это слышал? Нет. Опять перейдешь. Поставь повыше, слушай. Без проблем.
А ну-ка, покажитесь. Смотри, ну куда я должен пролететь вот так? Якубович. Вот куда я пролечу? Ага. Еще выше, что ли, поставь? Мы должны отрубить турели, но как? Но как? Никак. О, прикинь, а тут, оказывается, еще одно помещение есть. Да. Оно служит для вот такой параж. Смотри. О! Ага. Че, зелены? Мы не пройдем последние два левела. Че ты взял? А, мы слишком умные. Турель сказала спокойной ночи. И она пердит, может. Я понял. Понял? Да. Да. Что мне куда поставить? Вот туда один и вот сюда один. Ага. Так. Вон туда один и вот сюда один. Да. Не, по команде, пока убери. Убери. Я скажу, когда. Куда ставить-то? А, я понял. Давай. Ключевое. Давай сейчас. А, не. Давай еще раз. Убери. Убери. Да ты мукранца! Да блядь! Я тебе скажу, убери. Гладос двоеточие. Тупой хохол. Да блин, ну ты тупой! Ты ладно, давай еще раз. Я не умею. Давай куда поставить? Сюда. Давай, ставлю, поставил. Давай. Я не умею. Дальше куда? Вот куда один. И к лазеру один. По команде вырубай. Вот сейчас. Ты тупой. Я ж тебе сказал лазер направить. Лазер поставить. Смотри. Сюда. Один. Сюда. Второй. Когда я к Глевоте приближаюсь, вот тут куда-нибудь туда убираю. Понятно. Вот это ком. Ну давай, прыгай уже, я все понял. Ну, дядь! Я тебя понял. Теперь я ставлю один сюда. И один сюда, и по команде раздращиваю, давай. По команде ты его ставишь, эти. Все, давай. Наблюдай, я с тобой все, смотрю, давай. Давай. Я не умею. Попасть в анал. Все. Все, готово? Да. Отлично. Сидя, сушку передать. Ну ладно, погоди, сушку. Что это звуки? И? Что за хуйня? Бобби, этот мячик. Блин, давай, спой. Что это за хуйня? Про Романа Трахтенберга? Про того, кто умеет. А. Че делать-то будем? Тут опять мяч. Эту трубу, что ли, надо? Шатать. Нет, он сейчас. Подожди, а он откуда вообще появился этот мяч? А, понял, откуда. Ой. Да не тут резвость. Надо вон туда трубу перенести. Погоди, что перенести? Давай. Вот. Ага. Теперь пошел туда. Я? Да. Схуяли? Ладно, я иду. Думаешь, что ты грязный москаль? Ну, знаешь, была наскальная живопись, а была москаль. Туда и туда стой.
Ну. О. Точнее. Давай мячик сюда. Я просто... Вот. Камон, блядь. Сам забегаешь. Так ты мне его подай. Я портал обнулю, если... Блядь, так я не могу. Так давай, присядь. Так я... Стену давай. Подпрыгивай. Во. Сейчас я всё сделаю. Он упадет опять. О! Все, я перехожу, точнее, да? Точнее, не могу. Нет, нет, нет! Верни меня! А, ты сам можешь. Ое! Оуе! Оуе! Смотри, теперь такой оп. И сюда. Смотри, оп, оп. Ты закрыл его. Так, смотри. А, все. Ой, сейчас я лазеру беру. Это не в ту сторону. Жирно сходи. Ага. Только есть одно но, мы должны были на эту платформу подняться. Подожди, а вторая как поднимается? Да никак, она не поднимается. А, лазером. Да. Что тут, ну, нужно попасть. Да блять, ну не в меня. Не умею. Да давай иди сюда. Ай-яй-яй. О, в CSGO инвайтят. Честно. Так. Че? А, да без проблем. Нужно, чтобы еще вот эта херня была. А просто перенаправить, может? Да. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет. А, типа она выше уже не поднимается. Смотри. Ну, сейчас. Давай. Оп. Я не умею, ай. Пока шарик надо убрать. Так. Смотри. Вот туда сначала ставим. Да! Да! Да-да-да. Я придумал. Атлас. А сейчас, ну, блин. Вот это голос тебе. Встань на эту. Поехали. Ну. Вернись! Вернись! Блять! Подожди, все заново, сейчас придет. Я до сих пор не понял, как ты это сделал. О боже, ну ладно. Попасть? Ну. Себастьям. Оу. Оу, е. Я не умею. Встань на эту платформу. Пожалуйста. Бля, не выйдет так. Беда. Один вот туда портал поставь. Фиолетовый. Ну а потом. Сейчас. Обратно теперь. Куда? Там, где и был. Куда что? А, все. Да подожди. Нет, еще не... Ты спрыгнул? Нет. Ну? О!
Это машина для убийства. Загляните поглубже в свои черные сердца и скажите, что вы там видите. Хотя, не надо. Я и так знаю ответ мягкотелых слюнтяев. Понятно, слюнтяй. Я снова сделал какую-то херню и затащил. Понятно, о боже. Посмотрите, с каким гением я прохожу. Денис, мы не пройдем. Последняя комната вообще, осталась. Так там из 9 было написано. Смотри, да сейчас нет, даже на старте будет. Ну, сейчас проверим. Думаю, мы уже доказали, что если кричать на слюнтяя, в итоге получится лишь напуганный слюнтяй. Попробую положительное подкрепление. А, нет, не последнее, да. Положительно. Сборочный аппарат скоро снова сломается. Скорее всего, как раз когда вы будете в нем. Подумайте вот о чем. Ей на вас наплевать. Мне, конечно, тоже. Но я не пытаюсь убить вас навсегда. И мне. Это благожелательное безразличие. Нет, мы не пройдем. Ну блин! Ну блин! Ну блин! Стой на той кнопке. Да я стою! Ну мы тупые! Нет, ты. Понятно. Когда будут защищать диплом, скажут, чего ты добился, скажи, пошел портал. А, ну про переработку тогда ты все знаешь, сучара. Скажи. Поставь один портал там. Сейчас я закрою упаковку. Так, поставил. А второй вот тут. А второй вот тут. Где тут-то, блин? Ой, блядь, позорься мне. Да где? А, так я не дотягиваюсь, подожди. Ты дотягиваешься отсюда, да? О. И вот так. Понятно. Ну смотри, я сделал все, что мог. Ага. Сейчас надо еще. А там синий это есть? Синего. Да, синий есть. Ну это легко будет. По-моему, бесполезно то, что я туда синий запихиваю. Ты в этом уверен? В чем именно? Во всем. Нет. Ну вот тут да, вот тут да. Сейчас бы нюх джект. Да еще бы говна пожрать. За хлебом. Ха. Ай, бля. Можешь написать одному отличному человеку, что он любит, когда я ему. Да, суп-сос. Давай, прыжок веры. Ая! Ты сдох? Нет. Нет. Ая! И как оно? Вкусно. Блин, это я зря сделал. Мы не за тобой идти? Да нет. Тогда думай, что будешь делать дальше. Наступи на ту кнопку. Ага. А, я думал. Встань теперь с ним. Да. Наступи. Наступил. В говно. А вон там. Лети чё? Ко мне. Стой, а вон там что? Вон там, видишь, где я?
Мне тут нужно синего говна накинуть. Поэтому давай ко мне. А как мне к тебе теперь вернуться? А вот хз. Ты оттуда можешь поставить вот тут портал? Нет. Не. Нет. Угу. Нет. Ну так, слышь, давай лети сюда. Так же, как я, давай на эту херню. А потом на вот это. По-моему, мы должны были не так пройти, но... О! Ставь второй тут. А теперь иди наблюй. Куда? Фиолетовый постел, где синий капает. О, смотри. А теперь остановись на кнопку. А теперь садись на бутылку. Не. Все, пошел он с кнопки. Что? Проебал, и я белоус. Так, портал ставь и лови. Вот тут и вот тут. А я что ли должен? Так, стекло. Я через стекло должен прыгать? Подожди, а где мне второй поставить? Тут. О боже, ты такой тупой. Все, ловлю. Аля белоус. А где он? А, вот. А как он? Ладно. А на какую теперь его ставить-то? А вот хер знает вообще. Давай. Теперь нам нужно к лазеру. А сейчас. Ну. Ну. А как ты вызвал этот мячик? Там кнопка была. Ага, кнопка залупка. Погоди, а нам что надо вообще? Шарик или кубик? Нам надо турели сжечь. А вон туда кубик надо. Ага. Да. Передай кубик мне. Ага. А как? Там портал поставь. Это ты где? А. Ну. Ага. Ну, ты понял. Да. Второй тут. Блять. Мой замени. Ага. Давай. Теперь передавайчик из голубой. А ты решил так? А как еще? Так, слышь, внизу, вот тут поставь голубой. Я его словлю. Ваша неудача. Это чтобы по фасту просто на том месте оказаться. Знаете, кого она не ранит? Меня. Меня. Это просто образное выражение. Но главное, что она не ранит ненормальную, которая собирается нас убить. Что делаем дальше, сэр? Че? И теперь? Сейчас. Вот это glitches and bugs by Mukhailov. Понятно. Ему тяжело. Иди в качалку, сука. А не в порталы играй. О, блин. Блин, закинул. Давай. Ha ha ha!
Там скользко. Понятно, не Красыч. А давай ты через меня передашь, как подачки в тюряге носят, смотри. Ты не допрыгнешь туда. Блядь. Ты я через стекло передавать буду? Да. Тогда сделаем вот так. Ага, я понял, я понял, смотри. Переместись вот туда. Вот туда. А как? Ну мне похуй как. Мне похуй как. Вот, смотри. Ну? Вот, один... Короче, иди туда. Да... Да, блядь! Короче. Соберитесь. Это обучение для вашей же пользы. Это обучение? Угу. Пока сюда положу кубик. Куда? Мне. Ну, говно, нет. Это и был твой план, Брейн. Вот так живут обезьяны в вольере зоопарка. Станет с кнопки. Они тупые. Ага. А, я понял почему. Здорово жить. Почти. И... Жопу подотри. О, господи. Так, теперь надо помалафить тебе это. Оранжевый. Там, чтобы синий не было. Помалафи, чтобы синий не было. Чтобы где его не было? Блять. А. Он сам. Угу. Ага. Становись! На что? На бутылку, блядь. Так, а теперь я делаю вот так. Блядь, я походу портал не тут поставил. Да почему, блядь, ну почему? Сука! О! Я не тот портал поставил, погоди. Малафей синий теперь все. Малафей, чтобы я перепрыгнул. А, блядь. Блядь. Подожди. Может я прыгну все-таки? Нет. А, я, стой! Ты видел, как я вылетел? Нет. Смотри. Тупая игра, бля! Сука. Поставь меня на ночь, Маколика. Мне надоело. Так, теперь Малафей оранжевый. Вставай на бутылку. Вот, давай. Делай портал. А, все, да? Вставай сюда. Ты делаешь второй портал. Вставай на бутылку. Баран, ты второй портал делаешь. Ну так встань на бутылку-то! А, или подожди, стой, ну встань. Так встань на бутылку. Ты встань. Ты встань на бутылку. Ты не понял, что я хочу, что ли? Встань на бутылку на эту. Зачем? Так, теперь. А теперь смотри. Блять, подожди. Подожди, что-то пошло не так.
А, подожди, на этой все равно, да, будет он? Нет, на этой не будет. Подожди, опять встань на бутылку. Да, блядь. Ну, лети. Что это даст? Ты конченый. Что? Нахер она пока вообще просто? А, кто тут конченый? А, сучи нахуй! Денис, тупая сука! Так, а, погоди. Ну, это понятно, а что дальше что делать? Не, серьезно, а что дальше что делать? А, тупая сука, нет. Вот что. А, все. Мы прошли? Сейчас. Все. О боже, он на меня гнал. Просто москаль ебаный. Давайте бегать. Просто я лучше, чем они. Просто я затащил. Ты тупой! Ты тупой! Я тебе сказал, насри тут гелием! Так. Да я понял. Эти разборочные аппараты в еще худшем состоянии, чем другие. Если я больше не увижу вас, и на том спасибо. А впереди еще один лэ. Да, он не верил. Он не верил. Я смог. Она доставляет нам много хлопот. Ушло 3 дня, чтобы собрать вас. Сделать это еще раз у меня не получится. Хотелось бы прогнать вас еще через пару испытаний для закалки. Но раз уж я не могу вас восстановить, придется пойти по сокращенной программе. Итак, провозглашаю вас машинами для убийства. Мои поздравления. Ближе я вас подвести не могу. Комната с прототипом находится сразу за этой камерой. Угу. Ставь тут один. И делай, что хочешь. Нужно, чтобы я ставил на той кнопке, а ты тут блеванул гелем на эту херню. Понятно, сука. Но мы быстро роли просто распределяли. Кто успел, тот и встал. На бутылку. Как в армейке, блядь. Предупреждаю, у меня самый крупный как. Холи щит. И что нам с этим классным шаром делать? Ой, блядь, он сдох. Ловить надо. Лови. Поймал. Что с ним делать? Ау. Холи щит. Если я его поставлю, он не улетит. Ну ставь. Понятно. Поставь его с любовью.
Подержи. Понятно, поиграем в бутылку. Иди сюда, баран. Ой. Лови. О боже. А теперь... Предупреждаю. Давай, встань на кнопку. На кнопку! Быстрее, баран! Смотри, теперь подстрой надо хуб помнить. Потому что он так не станет. Ну? Ага. Я придумал. Давай ставь. Уверяю, это поможет. Давай на бутылку сажай. Да блядь. А я. О, видал? Ну как это поможет? Да никак. Давай, может, вот так. А, все, слышь? Вот, надо, чтобы ты туда полетел. Я? Да. С кубиком. Давай, кубик. Не, погоди. Ну смотри, там типа струя такая. Сейчас. Сначала долететь туда надо. Угу. Перемести меня туда. Пизда. Это можно было просто встать и кубом закрыть лучше. Ставь там куб. Ой, блин, не куб, портал, я уже запутался. Ну? И вот тут. Ну? Теперь вот тут, чтобы лазер не жарил, сделай. Блин! Мы уже могли закончить это. Ну! Так закрой луч, баран, кубки. И этот человек мне говорит, что не умствовал. Коп же не кулаком. Давай. Ну, закрыл. Все, так. Не, можешь отойти. Угу. Ой, 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 нет, нет. Ну? Так тебя смотри. Поднимать? А. Ага. Держи в руках его. Я держу. Встань под струю. Иди мойся. О, все. Все, теперь сюда. Ну. А теперь не будьте уфтисты. Где? А, куб в конце можно закинуть, да. О, боже. Как он классно застрял. Игра на века. Я запутался уже в пространстве. О, господи. Возьми кубик. Да, блядь. Я его сейчас опять выкину. Ты его мыть потом сам будешь. Вот. И ты теперь так же. Как? Допустим. Да, да, смотри, там изи. Блять. Все, ты сюда. Да, вот сюда, сюда, сюда быстро. Стой, не двигайся, просто ничего не делай. Ничего не делаю. Вот, и теперь. Вот и вот. Ныряй. О боже.
комната с прототипом находится сразу за этим залом. Помните, вы машины. Она выключила свет. Ночное видение, ночное видение. Твой ход, загадочная Жень. Она снова включила свет. Выключить ночное видение. Аутизм. Ага. Стой. Ага. Ну вот и концовка на русском. Ну где? Сейчас будет. Дай смотреться хоть. Понятно, еще на 50 минут. Нет, я уже все сделал. А я? А ты хуй сосед. Все. Губой тряси. Думаю, чтобы поднять боевой дух, нам нужно кодовое имя для нашего элитного отряда. Мы назовем его по вашей специальности. Вот так. Спецотряд, падающий в кислоту. Вот, на этом свою пламенную речь заканчиваю. Взять ее. Боже, какой. Это птица. Бегите. У меня нет плана на этот случай. Отмена. Забудьте, чему вас учили. Бегите. Что вы делаете? Почему вы не бежите? Назад. Она у панели управления. Вы не машины для убийства. Я солгала. Бегите. О боже. Отход. Отмена операции. Отход. 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 Я предупреждала. Отмена операции. Отступайте. О боже. Мы проиграли. Все кончено. Ох, еле пронесло. Хорошая работа, убийцы. Знаете, пока мы гоняли эту птицу, я усвоила важный... О боже, она вынашивает армию клонов. Давите их, давите, топчите их и... Стоп. У меня есть идея получше. Добро пожаловать в лабораторию яйцехранения и прогрева. Вас бросили, потому что вы бесполезны. Вы бесполезные, никому не нужные птицы с толстыми клювами. Честно сказать, я удивлена, что вам удалось втиснуть такие огромные клювы в крохотные яйца. Да, я к тебе обращаюсь, мистер Толстоклюв. Ах ты, слюнь... Ой! Нет, вы ведь не слюнтяи. Правда? Поглядите на эти холодные птичьи глаза, на эти когти, на острые клювы. Вы маленькие машины для убийства, верно? Да. Спите спокойно, маленькие убийцы. Завтра мамочка устроит вам праздник. Алло. Ну все, за 8 часов мы прошли портал слегка. За 4 часа всю компанию? Или за 5? Где DLC за 3 почти? Внимание, в настоящее время доступны все зоны тестирования.